мы сами себя наказываем. Смотри, сколько получаешь ты пользы, перенося безропотно обиды от врагов. Первое и важнейшее – отпущение грехов. Второе – терпение и великодушие. И третье – кротость и человеколюбие. Так как тот, кто не способен гневаться на оскорбляющих его, тем более будет кроток в отношении к любящим его. И четвертое – совершенное истребление гнева, с чем никакое благо не может сравниться. Так как свободный от гнева, без сомнения свободен и от неприятностей, с ним соединенных, и не проводит жизнь в напрасных огорчениях и муках. Не умеющий враждовать, не знает и печали, но наслаждается радостью и другими бесчисленными благами. Итак, ненавидя других, мы сами себя наказываем, равно как, любя других, благодетельствуем сами себе. Притом, тебя будут уважать все, даже и сами враги, хотя бы они были демоны. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты уже не будешь иметь и врага. Но что всего важнее, ты приобретешь милосердие Божие. Если ты согрешил, получишь прощение грехов своих. Если прав, получишь больше дерзновения к Богу. Итак, не будем питать ненависти ни к кому, чтобы и самим заслужить любовь от Бога. И тогда хотя бы мы 10 000 талантов были должны, Он умилосердится над нами и помилует нас. Но ты обижен ближним, потому-то и будь снисходительным к нему, не питай ненависти, плачь и рыдай, а не презирай его. Ведь не ты прогневал Бога, но Он, а ты, перенесший обиду, поступил достохвально. Припомни, что и Христос, идя на крест и смерть, о себе радовался, а о распинателях своих плакал, подобным образом и нам надлежит поступать. Чем более нас обижают, тем более мы должны оплакивать обидевших нас. Для нас отсюда происходит великое благо, для них же, напротив, великое зло. Но ближний тебя обидел при всех и даже ударил. Это значит лишь, что он при всех обесчестил и посрамил самого себя. И 1000 обвинителей вооружил против себя. Тебе же, напротив, приготовил многие венцы и дал многих глашатаев твоего великодушия. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи.